Под девизом «Безопасно, комфортно, дешево» крайнее 7-е место в рейтинге самых топовых курортов по праву принадлежит Кипру. Отдых здесь последние годы стал доступнее. Большинство предпочитают популярные курорты Айя-Напу или Протарас. Пляжный отдых на этих курортах одинаково хорош. И это, наверное, единственное, в чем они похожи. В остальном же полные противоположности. Айя-Напа – эпицентр вечного веселья и молодежных тусовок. Протарас, напротив, место вдумчивого, спокойного отдыха. Лимассол – второй по величине город Кипра и один из самых популярных его курортов. Здесь достатки жилье по демократичным ценам, большой выбор развлечений в самом городе, включая 3 аквапарка и зоопарк, обилие недорогих кафе и таверн. Единственное, к чему придется привыкать в Лимассоле – узкая пляжная полоса. Для тех же, кто мечтает расширить кругозор в таких путешествиях, следует отправляться на курорт Пафос. Здесь заключено все историческое прошлое острова, начиная с древних мозаик и заканчивая захоронениями кипрских правителей. Все 33 удовольствия предлагает Крым. За это он занял 6-ю строчку в нашем списке. Где отдохнуть в Крыму летом? Конечно, в Ялте. Пляжи прекрасно оборудованы для отдыха и почти везде выбор морских развлечений на любой вкус. Водные лыжи, катамараны, скутеры, прогулки под парусом в открытое море. Даже в самый горячий сезон можно подобрать оптимальные по цене апартаменты и наслаждаться отдыхом. Изысканность Коктебеля никого не оставит равнодушным. Этот популярный курорт давно уже принимает гостей из дальнего зарубежья. Поэтому здесь все всегда на высшем уровне. Пляжи в основном галечные, но чистые и комфортные. Отправляемся дальше и попадаем в Испанию. Было бы странно, если бы 5-е место в нашем рейтинге не заняла именно эта страна. Ведь ее побережье просто пестрит пляжами. Вот, к примеру, Коста-дель-Соль – солнечный берег. Здесь находятся сразу несколько престижных курортов. Один из них – Марбелья – место отдыха мировых знаменитостей и звезд спорта. А всего в 10 километрах от него расположился курорт попроще и подешевле – Торремолинос. Здесь жизнь бьет ключом и днем, и ночью. Роскошные золотые пляжи Коста-дорадо – еще один вариант счастливого отдыха на Средиземноморском побережье. Здесь уютно, спокойно и безопасно, как, впрочем, и на любом курорте Испании. Гордость Коста-дорадо – Порт-Авентура, второй по величине парк развлечений после Диснейленда. Вообще Испании принадлежат лучшие в Европе острова-курорты – зажигательная Ибица, солнечная Майорка и классика средиземноморского отдыха – Канарские острова. А мы перемещаемся в изумрудные воды Индийского океана. Мальдивские острова на 4-м месте нашего рейтинга. И это настоящее 8-е чудо света. Под ногами островок суши, а вокруг вода. Катера и гидросамолеты здесь вместо маршруток. На них можно добраться до любого острова или мола. На каком бы острове вы ни остановились, всегда можно взять велосипед на прокат и отправиться в небольшой вояж. Кстати, вмешательство человека в природу здесь сведено к минимуму. Зачастую даже пол в ресторанах и на ресепшенах отелей – это теплый мягкий песок. Лучшего места, чтобы почувствовать себя частью природы, не найти. Вот так незаметно мы добрались до тройки лидеров. И замыкает ее Болгария. Именно здесь можно совместить пляжный отдых с лечением и оздоровлением. И все благодаря мягкому целебному климату и минеральным источникам, которых на территории страны более 2000. Самый известный болгарский курорт – Золотые пески. Название курорта говорит само за себя, причем совершенно правдиво. Хорош для оздоровления и спокойного отдыха курорт Альбена. Ему неоднократно присваивали звание самого экологически чистого места Болгарии. Этот курорт идеально подходит для семейного отдыха. Еще один популярный болгарский курорт – Святой Константин и Елена. Он расположен неподалеку от города Варна и окружен хвойно-лиственным парком. Именно на этом курорте можно насладиться дайвингом, виндсерфингом и прочими морскими развлечениями. Старушка Турция по-прежнему в авангарде, но вторая позиция в рейтинге – это не просто дань уважения ветерану туристического отдыха. За Турцией недаром закрепилась слава очень экономичного и комфортного курорта. Молодежь и всех тех, кто ищет дешевый отдых, не разочарует Алания. Этот турецкий курорт считается самым веселым и малозатратным. Но основная масса туристов стремится в Анталию, главный курорт страны. Плюсы для путешественников начинаются прямо в аэропорту. Ехать до города всего 12 километров. И это значит, что уже через 10 минут вы на пороге своего отеля. К слову сказать, отели тут растут как грибы после дождя. Выбрать есть из чего. Уровень комфортности от 2 звезд и выше. Турецкий курорт Кемер известен своими галечными пляжами и великолепной морской кухней. А местный яхт-центр предлагает незабываемые экскурсии по ближайшей акватории на белоснежных яхтах.
Сиде пляжи песчаные, само же побережье окутывает легкий цитрусовый аромат. В местные апельсиновые рощи можно запросто отправляться на прогулку. Греция не случайно возглавляет нашу великолепную семерку лучших мест отдыха в летнее время. Здесь есть все и немного больше. Эта страна – бесспорный лидер по числу курортных островов, пляжей и живописных уголков среди европейских курортов. Большой популярностью отдыхающих из разных стран мира пользуются именно острова. Так, например, остров Санторини по праву считается идеальным местом для романтического медового месяца. Уникальный пейзаж, созданный в результате извержения вулкана, придает острову особое очарование вот уже много столетий подряд. За нескучным молодежным отдыхом следует отправиться на остров Родос. Курорт Фалераки – вечный праздник, особенно для тех, кто предпочитает динамичную ночную жизнь. Еще один выдающийся родосский курорт – Ялисос. Здесь найдут свое счастье любители серфинга. Жемчужина греческого отдыха – полуостров Халкидики. Он предлагает туристу сделать непростой выбор. Судите сами, Кассандра с ее великолепными пляжами и бурной ночной жизнью, цветущая Ситония, спокойная и уединенная, как один большой сад, и величественный Афон, где все пронизано историей и тайнами. Но, пожалуй, это тот самый случай, где ошибиться просто невозможно.